Всем привет! Начинаю новый влог. И сейчас я, девочки, иду на дачу. С того времени, как я посадила виноград и елку, прошла уже практически неделя. И я позвонила маме, мама сказала, что виноград немножко пожелтел. Посмотрите, какая красота. И я, быстрее после работы все бросила. И сейчас приехала на дачу посмотреть, как сидит мой виноград. Что с ним случилось, заболел, не заболел. И вообще посмотреть, что да как. Так что вот сейчас посмотрим. Вот иду на дачу по дороге. У нас здесь у соседей, вот видите, какой можжевельник. И вот камушками красиво украшено. И вот собаки везде лают, лают. Вон там он впереди. Она постоянно меня лает и постоянно ходит по нашему огороду. А я тоже на нее лаю. Подружка такая. Бежит. Все, дошла до дачи, наконец-то. Собака в этот раз почему-то даже на меня не залаяла. И вот такая красота расцвела. Как вкусно пахнет вообще. В том году не было цветочков, а в этом году очень много. Вот такая невестушка. А сейчас пойдем посмотрим, что у нас еще расцвело. Все, Веня нормально стоит. Немножко тут листики опалились у него. Сейчас подобработаем. Главное, стоит. И вот эти листики выросли, значит, уже нормально там. Корешки, которые должны высасывать влагу, они нормально там устроились. Так, что у нас тут подросла? Вот роза. Это, по-моему, пион. Да, это пион. Я путаю. Нет, это огонек. Вон уже расцвел огонек. А тюльпанчики стоят как солдатики. И Нео мой. Нео, ты жив? Нео? Вроде жив. Вроде жив. Значит, я придумала, как повесить штору. Это у меня другая шторка, она маленькая. Те три шторки я сшила между собой и буду сейчас вешать под эту шторку, чтобы было, ну, более притемненно. Значит, я придумала, как повесить. Видите, у меня там такие прищепочки. Это просто чудо. Вот такие прищепки. Вот у меня как цветочек принялся. Такой растет малыш. Яркий, красивый. Такая сочная краска. Да? Красавчик же. Так, у меня растет тут. Там два. Все, принялся. Вон уже зелененькие отросточки. Все ему здесь нравится. На солнышке все огонь. Значит, вот такие прищепки. Стоят 175 рублей в Колорлоне. Белые были. Но чем отличаются эти прищепки? Тем, что вот эти крючочки, у них есть где стоячие, где висячие. У этих стоячие, а как раз мне нужны были стоячие. Значит, вот, я их прицепила к железке, которая, ну, как бы конкретно к раме. И вот эту штору сейчас прицеплю, потому что больше здесь цеплять абсолютно нечего. Значит, сейчас вынесу этот матрас. Вот этот стол не знаю. Мама увезла рассаду, помою окно. Так, это лестница. Приберу здесь. Не забрали эту полку на дачу. Значит, здесь приберусь. И принесу уже потом свои цветочки. Покажу вам, как у меня уже выглядит балкон. Но сначала нужно снять вот эту штору. Помыть окна. Купила вот такое японское удобрение. Значит, здесь 10 бутылочек. И эти бутылочки вот убирать нужно верхушку и носиком вставлять в горшки. То есть по мере того, как растение будет выпивать это удобрение, вы должны переждать 2-2,5-3 недели и снова вставлять это удобрение. Отзывы, конечно, об этих удобрениях потрясающие, девочки, действительно. Как будто мясо бесплатно раздают. Вот написано: удобрение японское для цветов, для цветочной рассады и деревьев. Желтый. Там есть желтый, синий. Они различаются для каких цветов. Здесь конкретно я купила для своей бугенвиллии. Вот
единственная, которая подходит для бугенвилии. Она как раз на первом здесь месте написана. Вот для цветов и деревьев, драцена, гибискус, гортензия, гордения, азалия, фикусы. В общем, я купила для бугенвилии и фикусов своих. Вот, для тюльпанов тут вот, в общем, вот. Можете нажать на паузу, почитать. И сегодня вставлю, посмотрим, как будет выпиваться. Ну, вот так вот выглядит. Кто брал, напишите мне, потому что прям там хорошие такие закупки. И на Озоне я смотрю, и на Валборисе. И что люди прям берут, и растения оживают такие, прям вообще, особенно розы, которые уже люди думали, что они высохли, прям оживают. Так что вторая жизнь благодаря этим удобрениям. Ну все, девочки, приглашаю вас на свой балкон. Принесла березу. Ее отросток березы, значит, на подоконнике у меня вот такая красота. Вот такой красавчик у меня стоит. Это натусик. Это вот этот колиус. Все время забываю, как зовут. Вот такая потрясающая герань белая, пушистая, расцвела. Как невестушка. Такая пышная. Видите, она прям как розочка, розочка. Вот этот разрастается. Вот он уже цветет. Про который я вас спрашивала, как его называть. Значит, эти у меня стоят в уголке. Одна короткая штора. Это я отодвинула, чтобы был воздух и солнышко. Сегодня у нас, кстати, солнца нету. Ветерок такой небольшой. И вот так мы разворачиваемся. И вот здесь у меня тоже такой зеленый уголок. Принесла все свои цветочки. Кстати, вот, я извиняюсь, немножко приболела. Вот, всем уже удобрения повтыкала в горшки. И, кстати, здесь осталось, а вот здесь уже, видите, березка выпила сколько? За ночь вот она выпила половину. Надеюсь, ей нравится. В общем, посмотрим, как потом будут обстоять дела. Значит, здесь у меня вот этот мой любимый цветок. Я их вчера на ночь попшикала. И, конечно же, пыль на них осела. Вот, за сегодня, в общем, бугенвилия, надеюсь, приживется. Все с ней будет хорошо. Вот этот кощеюшка. Не знаю, мне нравится так его назвать кощеюшка. Ему так нравится тоже, я надеюсь. У него такие листочки. Я не знаю, что это за цветок. Это у нас на работе такое большущее дерево. Прям, знаете, в потолок упирается. И даже уже, то есть они его свернули, чтобы он в потолок не продырявил. Огромное дерево. И такие листочки колючие. Не то, что колючие. Они такие, видите, какие шероховатые. И вот эти маленькие, они вообще такие колюченькие. И на них какой-то пушочек. Ну вот растет вот этот цветочек. Так как здесь шторка вот эта находится, притемняющая, я надеюсь, им здесь будет всем хорошо. Вот. Вечером протру все листики, чтобы на ночь они у меня были чистенькие и увлажненные. Так что вот здесь у меня такой уголок. А на пол решила не красить пол, потому что пол-то тоже страшный тут. А посмотрю в колорлоне линолеум. Там есть отрезки всякие, вот эти остатки. По ширине посмотрю, по длине есть такие остатки. И как раз, может быть, из двух кусочков сделаю на такой утепленной основе. Так что вот, все мои красавцы здесь стоят. Ну, кроме большой розы. Большую розу я уж не стала приносить. Она, во-первых, разрослась сильно. И горшок тяжелый. А этим всем, надеюсь, здесь понравится. Так что... Приходила же массажист ко мне первый раз. А вот. Нашла девочку-массажиста, ну, женщину. И вот она сегодня приходила первый раз. Значит, занимались мы на моей кушетке. Я хотела, чтобы мне посмотрели спину. В общем, что там со спиной. И она сказала, что все нормально.
То есть, в принципе, все нормально, просто защемление мышц. Немножко нужно расслаблять мышцы, ну, то есть массажировать. И вот она ушла, уже прошло 3 часа, я уже немножко прилегла, на часок уснула, и у меня вот это место, вот это вот все болит. Не то, что болит, ну, как бы, когда годами не массажируешь, а потом помассажировал, и как бы так вот нужно еще поделать. Вот. Ну, конечно, массаж — это все-таки кайф. Вставлю вам кусочек самого процесса. Вот. Так что, девчонки, кто из Новосибирска, из Калининского района, можете мне написать, я вам дам координаты. Хорошо делает, мне понравилось. Вот. Сеанс 45 минут. В общем, нормально. Все-таки массаж — это кайф. Посмотрим, сделаю 10 сеансов, хочу сделать 10 сеансов. Просто времени вообще нету, абсолютно нужно работать. И тут уже дача, слава богу, пока все высадили. В общем, как-то так. Вставлю вам кусочки, надеюсь, вам понравится.